Я Дмитрий Григорьев, и сегодня был первый раз, меня пригласили вот на семинар или курс такой короткий. Дмитрием и с Галиной я давно знаком. Мне было очень интересно то, что они приносят людям, интересными такими подходами для любого человека, который что-то хочет сделать доброе и красивое, и они помогают людям раскрыться. Именно вот эта атмосфера добра, любви и такая добросердечие такого человеческого, она позволяет открыть внутренние способности, и в той атмосфере, которая создается вот в этом зале, ты видишь те пейзажи, картины, которые, собственно, и выходят у тебя из-под твоей кисти. Самое главное, что я понял, это внутреннее ощущение самого себя и своего рода такого созерцательного выражения, ну, при помощи тех инструментов, которые тебе даются. Мне был важен сам настрой, который давал Дмитрий, и особенно, когда вот ты рисуешь вот эти вот пейзажи, такие сакральные, я бы даже сказал. Именно вот помимо того, что Дмитрий объясняет технику, какую-то вот такую теоретическую основу дает для рисования конкретных вот пейзажей, да, конечно, вот той музыкой, которую вот он играет там на вот этих дудочках, на ситаре, они, конечно, вот создают вот именно вот эту атмосферу сосредоточения и созерцательности. Вот. Было особенно приятно вот слушать эту музыку и представлять себя в этих горах и рисовать этот пейзаж, который рисовался у тебя умозрительно где-то там. Творчество, творческая самореализация – это именно нужно прислушиваться к своему сердцу. Я даже не знаю, сколько времени это было, мне показалось, это очень быстро. Очень быстро время пролетело, как-то незаметно. Я не думаю, что это было 3 часа. Я муниципальный депутат, и очень много вопросов мы решаем, и политическая борьба, политика – это дело непростое. Также я занимаюсь профессионально юридической частной практикой, и порой тоже столкновение, борьба, конфликт – это стресс, политика такого районного масштаба, и юридическая практика – ну, очень такая серьезная нагрузка моральная. Вот. А именно вот этот семинар, он позволил как-то вот, ну, скинуть с себя вот этот груз ненужных эмоций. Это напряжение, да, которое оно снимается посредством вот общения, посредством созерцательности, посредством, ну, той открытости, которая присутствовала на этом семинаре.